Что, народ, привет. Снимает на камеру. Ага, снимаю. Обязательно буду снимать вас. Давай. Будешь иметь, наверное, 100 баллов. Я положу камеру в хранение, условия, завтра, все. 35 они уходят на пенсию, потом сидят тут вот, команды. С батарею приедут, и вот они тут все главные, по тарелочкам. Скажите, еще нет. Что? Бывший сотрудник? Кто? Вы. Я нет. Повезло. Страна. Стране повезло, что не бывший. Так, ну что, вот народ, вот он, смотрите, не пускает кумун в деревню. Говорит, я с бомбами весь, обвешанный. С ног до головы. Сперва запустил, потом докопался до моей одежды. Куртка моя не понравилась. Вещи, я ему сказал вот это непонятно. Положил в камеру хранения. Я не обязан ничто нигде оставлять. Какой норма права предусмотрено мне раздеваться в вашем непонятном гардеробе? Я вас не подписал. Я вашей организации не доверяю. Вы самая грабительская организация в Российской Федерации. Да. Еще один. Старший помощник старшего охранника. Слушаю. Так? Нет? Нет, не так. Кто вы? Заместитель начальника отдела безопасности управления. Вот я же говорю, старший над этим товарищем. Правильно? Нет. Вот он говорит, я вооруженный до зубов, а вооруженных до зубов в налоговую инспекцию ни за что, только через труп мой, он говорит. Не говорил вам. Примерно вы так. Может, он такого о, примерно. Я не так, было так. Я так что расшифровываю его действия. Ему не понравилась моя синяя куртка. Она, говорит, напичкана наркотиками, бомбами и оружием. Я вас сюда не пущу. Меня лишат премий, зарплаты и отправят на пенсию в Батырский район. Копать картошку. Давайте. Что не так? Так? Видеосъемку давайте прекращайте, пожалуйста. В связи с чем? В связи с тем, что инструкция по пропускному требуемому режиму. Режимный объект, потому что давайте. Запрещается видеосъемка. Полицию вызывайте, привлекайте меня к административной ответственности за видеосъемку на режимном объекте. Давайте. Мы можем это сделать. Но давайте. Можно, давайте, вы давайте. Я уйду до упора. Вы пришли на прием. Мне вот не нравятся ваши претензии ко мне. Вот я не хочу снимать свою куртку. Вот не хочу. Она мне нравится, мне теплее в ней. Но есть порядок. Какой вы порядок? Вы приходите в административное здание, в государственное учреждение. Мне на этот порядок, знаете, вот так. Есть я обычный налогоплательщик, благодаря мне налоги, эти законы и придумают. Депутаты, которых я избираю. Есть на специальном помещении, и что у вас? Я вот не хочу раздеваться. И ни одной нормой права вы меня не заставите. Ни обычаями делового оборота, абсолютно ничем. Понимаете? Ничем. Вы просто не знаете, с кем вы связались. Вы по какому вопросу и к кому пришли? Я пришел на прием к заместителю руководителя. К которому? Женщина. Не помню фамилию. Женщина. Сорокина там или Сидоров. Да, хорошо. Есть такая. Есть такая. А вы записывались на прием? Естественно. Глупый вопрос. Я уже почти до нее дошел. Вот это меня гоп-стоп сделал и притащил обратно. Гоп-стоп, это такое понятие, конечно, знаете. Ну а что, с вами по-другому нельзя. Я обычный гражданин, пешеходный с улицы. А вы мне считаете неграмотным и можно меня поиметь прямо около вашей симпатичной стойки. Вы лучше сделайте вот это, доводчик, вот это, доводчик, смотри. Денег у народа грабите, а на доводчик денег нет у вас. Ну, положим, давайте нашу техническую сторону давайте оставим в покое. Ну, я на все обращаю внимание. Вы сами виноваты. Нарушения у нас не было никакого. Согласно 47-го закона, федерального закона. Но? По ведомственной охране. Мы имеем право на досматривать. Досматривать еще. Вопрос не в досмотре, а в осмотре в том, что я должен раздеться. Вот нет, я не хочу я раздеться. Вам рюкзак положите. Нет, камеру вы про рюкзак понять. Вообще ничего не говорили. Вы сказали вещи, есть гардероб. Я сумку точно ее в гардеробе не оставлю. Вы что, у меня там документы? Закрывается на ключи. Тем более на ключ закрывается. Специальный ящик, куда складываются насильные вещи. Вы ключ с собой забираете? Ключ забираете с собой. А чего вы народа-то боитесь? Чего вы от народа прячете? Вот я обычный народ. Я тоже обычный народ. Все надо сдавать. Я тоже обычный народ. Вы знаете, все вот уже тыкает. Точно бывший мент.
Менты сразу тыкают. Я сразу не бывший, нет, я обычный. Ну, где-то рядом с ментом. И что вместе ты? С ментами. Не значит, пожарник. И не пожарник. Обычный человек, гражданский. Вы уже звезда. Так, так, на чем настроить? Начальника вызовите сюда, тогда здесь будем прием проводить граждан. Прием граждан здесь не будем проводить. А вы меня не пускаете? Придет сотрудник, который вас проводит туда. Он, кстати, где? Капочка. Да. Капочка? Да. Он вышел встречать. Он когда его встретил, когда его пропустил, попросил, чтобы он разделся и положил вещи. Вот народ уже собирается, меня уже смотрит, смотрит все. Сорокин, да? Сорокин, личный прием. Прием записан, да? Записан, да. Записан, да. Все. Убирайте и положите. Все можно, да? Да. Документы он берет с собой. Внешний досмотр произведен. Ха-ха.